беженцы или шпионы? У нас большие сомнения вообще, если честно. КНБ ведет расследование незаконного пересечения границы двумя гражданами Китая, этническими казахами. Работа на опережение. Депутаты просят пересмотреть правила биржевой торговли угля для предотвращения сговора участниками рынка. Это вам не игрушки. Приведет к снижению налогов, развитию теневой экономики и сокращению рабочих мест. Букмекеры выступили против поправок в закон об игорном бизнесе. Подробности уже через несколько минут. Мария Лукпанова в студии «Atomic Business». Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу. На казахстанца, виновного в ДТП в Корее, завели уголовное дело. Сейчас он водворен в изолятор временного содержания города Чанвон, сообщили в МИД Казахстана. По словам официального представителя ведомства Айбека Смадьярова, мужчина находился на территории Кореи нелегально. Он нарушил 30-дневный безвизовый режим, как и 10 тысяч других казахстанцев. Для сравнения, это примерно 1/3 от общего числа граждан, покидающих родину ежегодно. К слову, МИД готов оплатить услуги адвоката виновнику ДТП. Следствие, думаем, во всем разберется, и будет состояться суд, где корейская сторона все это внимательно все рассмотрит. Он находился там нелегально более года, с прошлого года. И, естественно, в момент совершения преступления он испугался за свои последствия, всего лишь 20 лет молодому парню. Поэтому так вот сложилось, что он убежал. Но, тем не менее, он понял всю серьезность ситуации и вернулся на место преступления, да, происшествия. Напомню, 20 сентября казахстанец сбил ребенка в Южной Корее. Он сбежал с места ДТП и на следующий день вернулся на родину в город Павлодар. В МИДе сообщили, что сегодня инцидент обсудили министры иностранных дел двух стран. Беседа прошла до начала международного форума сотрудничества. Какое решение приняли министры, не уточняется. Между тем, КНБ ведет расследование незаконного пересечения границы двумя гражданами Китая, этническими казахами. По словам главы пограничной службы, мужчины не задержаны. Они находятся на свободе в городе Зайсан. Сейчас проводятся следственные мероприятия по определению места пересечения границы. Дархан Дильманов отметил, что один из мужчин уже совершал аналогичное нарушение в 2006 году. У нас большие сомнения вообще, если честно, у нас большие сомнения, как они пересекли государственную границу. Я, например, сомневаюсь, где они сказали пройти, там, ну, если честно, сейчас там невозможно пройти. Если вы помните, они сказали 1 октября. Если всем вам известно, что 1 октября наши соседи праздновали день образования КНР. В этот день, как вы знаете, происходит, ну, будем так говорить, все государственные структуры усиливаются. И в этот период пройти, ну, я вам так скажу, со стороны Китая, они очень сейчас активно и эффективно охраняют. Напомню, Костер Мусаханулы и Мурагер Алимулы незаконно пересекли границу Казахстана в начале октября. Позже они просили предоставить им убежище и не выдавать их в Китай. Тем временем автомобильные пункты пропуска Сортобе и Аухаты на казахстанско-кыргызской границе переведут с двустороннего на многосторонний международный. Это позволит разгрузить пункты Карасу и Курдай, а людям и транспорту проходить приграничные пункты в пиковое время станет намного быстрее, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов. Депутаты Мажилиса уже ратифицировали пакет поправок в межправительственное соглашение Казахстана и Кыргызстана. По словам министра, через 7 пунктов пропуска проходят порядка 11 миллионов человек и около 500 000 машин в год. Особенно нашим гражданам Республики Казахстан, которые посещают Киргизскую Республику, наших соседей, будет намного проще и быстрее пройти. Летом, особенно на Курдае, бывают огромные заторы. Сейчас вот эти мы заторы будем снимать. В этом году, значит, все это передано на баланс Министерства индустрии инфраструктурного развития. В ноябре пройдут уже конкурсные работы. Вот. И в 2020 году мы будем практически полностью проводить по модернизации.
К другим темам. Столичный суд вынес приговор бывшему главе Союза фермеров Казахстана Уэсхану Даринову. Процесс проходил в закрытом режиме. Подсудимого признали виновным сразу по 4 статьям, в том числе изнасилование малолетней, половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Срок Даринов будет отбывать в учреждении максимальной безопасности. Напомню, 67-летнего Уэсхана Даринова задержали в феврале этого года по подозрению в изнасиловании. Официальную версию обвинения в Союзе фермеров назвали абсурдной. Тем временем в Таразе в пятиэтажном жилом доме произошел пожар. Горела крыша. Жильцов высотки экстренно эвакуировали. 46 спасателей тушили здание несколько часов. Потребовалось 9 единиц пожарной техники. Общая площадь пожара составила 840 квадратных метров. Причины выясняются. Жертв и пострадавших нет. Дом полностью отключен от электроэнергии и газоснабжения. Мы пока не знаем, до какого этажа достигла вода. В каком состоянии в квартирах электроприборы, бытовая техника, тоже не знаем. Необходимо изучить обстановку. Что касается уничтоженной огнем кровли, то акимат окажет поддержку этому дому. А в городе Шахан многодетная мать доказала, что ее незаконно лишили адресной социальной помощи. Суд постановил вернуть ей соцвыплаты. Женщине удалось подтвердить, что она не скрывает доходов семьи, а значит, нет оснований отменять начисления. Не так давно чиновники отдела занятости и социальных программ обнаружили у ее супруга большие пенсионные отчисления. Это несмотря на то, что его официальная зарплата кочегара составляет 60 тысяч тенге. Чиновники не стали разбираться и сразу подали в суд. В ходе заседание выяснилось, все дело в сбое системы, из-за которого бухгалтер дважды отправляла пенсионные взносы. Более того, в документах имеется поддельная подпись, но разбираться с этим женщина уже не стала. Я сама не знаю, что за документ. Адвокат без меня ознакомился, там стоит моя фамилия, а подпись чужая. Дальше разбираться не знаю, да и страшно. Я уже устала, суд шел почти месяц, сил нет дальше во всем этом разбираться. К другим новостям. Спор монополистов привел к энергетической проблеме в нескольких населенных пунктах Акмолинской области. Причина в изношенности сетей. Едва испортится погода, поднимется ветер, как Приречная и Павловка остаются обесточенными. Долгов у населения перед компанией нет, а их многочисленные обращения остаются без ответа. Отмечу, электросети относятся к Зеренда Групп, а право их использования в ведении Кукшетауэнерго. Компании не могут решить, кто должен ремонтировать сети. Дело дошло до суда. Местные власти не в силах повлиять на ситуацию. Все провода, требующие ремонта, в частной собственности. Со светом у нас часто получается такая проблема. Вот. То, что у нас одно КПП, она называется испокон веков, как кулинарка. Там она еще с советских времен не ремонтировалась, ничего. 2 дня света у нас не было. У меня потекли морозилки, потекли холодильники. Мне пришлось ехать в город, покупать электростанцию за 85 тысяч и подключать. Сутки у меня работала электростанция. Около каждого населенного пункта есть подстанции. Мы подводим энергию только до них. Дальнейшее распространение электричества не в нашей компетенции. Нет договоренности. Мы вправе отключить их, но этого не делаем. Идем навстречу. Тем временем депутаты просят пересмотреть правила биржевой торговли угля. Так, по информации Павла Казанцева, накануне за одну секунду с участием только одного брокера 6 компаний скупили без остатка 566 тысяч тонн топлива. На его взгляд, это вряд ли возможно без предварительной договоренности. Депутат говорит, что на угольном разрезе топливо стоит 3,5-5 тысяч тенге за тонну. А пройдя через сито посредников, конечному потребителю достается по 14, а то и 22 тысячи тенге. Казанцев напомнил, по итогам расследований за 2017-2018 годы за ценовые сговоры оштрафованы 49 поставщиков угля и одна угледобывающая компания на 338 миллионов тенге. Мажлисмен предлагает пересмотреть правила биржевой торговли для исключения антиконкурентных соглашений между участниками, предусмотреть механизмы, исключающие влияние посредников на формирование конечных цен угля.
К слову, поэтапное повышение цен на бензин с приграничными странами прогнозируют в Министерстве энергетики. Как уточнил глава ведомства Канат Бузумбаев, по сравнению с соседями стоимость топлива в Казахстане значительно ниже. Это порождает негативные последствия. Проблема конкурентоспособности нефтепроизводителей и серый экспорт. К слову, для борьбы с перетоком топлива в ближайшее время примут приказ об ограничении вывоза нефтепродуктов. Водители смогут вывозить топливо только в штатных автобаках и в 20-литровых канистрах. Отмечу, соответствующий документ будет утвержден между Минэнерго, Комитетом госдоходов и погранслужбой. В любом случае, когда-то мы вынуждены будем пройти, это поэтапное сближение цен с нашими соседями. Потому что разрыв только по бензину между нами и Российской Федерацией больше 100 тенге на литр. Любые запреты, они неизбежно будут через какое-то время порождать коррупцию на границе. И при всем уважении тем, кто будет на границе стоять и регулировать эти ограничения, запрет, все равно эта почва определенно будет в будущем. Прокомментировал глава ведомства и вопрос газификации. Согласно плану, запуск газопровода назначен на конец года. Он напомнил, что первыми в столице газу подключат частные дома. Бузумбаев отметил, акимат из-за срыва работ по Сарыарке отстает на полгода. Министр выразил надежду, что городские власти успеют наверстать время, и к потребителям в первой очереди придет большой газ. Это вам нужно обещание спросить у очередного акима города Нур-Султана. Не должно быть иллюзий, что мы в один год нашу столицу или в два года газифицируем. Туркестанская область, газификация за все советское время и за годы независимости еще 50% населения не газифицировано, чтобы понятно было. Алмата у нас с трудом за 90% газифицирована. Уже тоже все советское время газифицировалось, плюс за годы независимости и так далее. Те, которые на юге Казахстана, я регионы перечислил, которые всегда имели доступ к природному газу. А вот букмекеры выступили против поправок в закон об игорном бизнесе. По их данным, норма о выводе букмекерских касс в Капшагай и Боровое приведут к уничтожению отрасли. Сейчас в Мажилисе обсуждается проект поправок в документ. Игроки рынка не согласны с 2 из 77 изменений. Это вывод касс в игровые зоны и создание центра учета ставок. По словам главы ассоциации букмекеров, в прошлом году компании уплатили порядка 16,5 миллиардов тенге налогов, а в этом году планируется порядка 20 миллиардов тенге. В случае вывода фирм в игорные зоны государство лишится этих поступлений в бюджет, говорит Айтуар Мадин. Ранее правительство в 2014 году анализировало данный вопрос и предоставило заключение о том, что вывод касс букмекерских контор резерваций является губителен, так как приведет к снижению налогов, развитию теневой экономики и сокращению рабочих мест. В следующие 5 лет букмекеры могли бы заплатить в бюджет 100 миллиардов тенге налогов. На 100 миллиардов тенге можно было бы каждый год оплачивать заработную плату 12 тысяч врачей, учителям, пожарным, милиционерам. Смотрите далее в выпуске. Первым делом самолеты. Ну, это просто позволит нашим гражданам выбирать направление, выбирать по тарифам лучшие предложения. Крупнейшие мировые авиакомпании придут на рынок Казахстана. Станут ли полеты дешевле, выясняла Мюльдер Абдуалиева. Не требуйте чек. Эта мера сегодня выглядит тем более абсурдной, учитывая поручение президента Токаева об освобождении малого микробизнеса от подоходного налога. Отложить обязательное введение онлайн-контрольно-кассовых аппаратов предлагают депутаты. Береги честь с молоду. Коррупция – это плохая вещь, ее дают плохие люди. Воспитывать антикоррупционное поведение с детского сада решили в Караганде. Продолжаем выпуск. Крупнейшие мировые авиакомпании придут на рынок Казахстана уже в 2020 году. Среди них Qatar Airways, Emirates Airlines и Etihad Airways. Как рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, их приход обеспечит рост предложений и снижение цен на авиабилеты. Эксперты прогнозируют и положительное влияние на развитие туризма. Но представители крупнейшего национального перевозчика считают, что появление зарубежных коллег негативно отразится на развитии отечественной авиации. О плюсах и минусах режима открытого неба в материале моей коллеги Мюльдер Абдуалиевой.
Крупнейшие арабские, китайские и российские авиалинии появятся на отечественном рынке уже в 2020 году. Ранее с критикой лоббирования интересов одной отечественной авиакомпании выступил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Теперь процесс появления мировых авиагигантов в республике намерены ускорить. Министр индустрии и инфраструктурного развития Бибут Атамкулов отмечает, их приход обеспечит снижение цен и рост предложений. Это просто позволит нашим гражданам выбирать направление, выбирать по тарифам лучшие предложения. Мы надеемся, что в этом году, мы даже сами торопимся для того, чтобы быстрее компании к нам пришли. Это даст развитию нашим аэропортам. Отечественные эксперты уже прогнозируют, что с приходом иностранных компаний цены на авиабилеты по одинаковым направлениям будут снижены на 30-40%. По их мнению, режим открытого неба положительно отразится и на развитии туризма. В пример приводят Объединенные Арабские Эмираты, которые в свое время закрывали небо для иностранных компаний, отдав преимущество собственным авиалиниям. Однако после снятия ограничений для зарубежных перевозчиков поток туристов в страну значительно возрос. Да, авиакомпании потеряли доходность. При всей их развитости было потеряно, говорят, около 300 миллионов долларов. Но сколько получило государство за счет открытия неба, оценивается в десятки, иногда и в несколько десятков раз выше. И именно транзитные пассажиры, которые не любят, например, сначала останавливаться на там, 2-3 часа, они могут оставаться и потом быть 2-3, там, 2-3 суток, тратить здесь какие-то деньги и улетать. Плюс авиакомпании, которые будут осуществлять такие транзитные перевозки, они будут заинтересованы в том, чтобы часть пассажиров все-таки оставалась здесь. Однако тревогу бьют казахстанские авиакомпании. По словам представителя национального перевозчика Air Astana, приход зарубежных авиалиний негативно скажется на развитии отечественной авиации. Более того, это затруднит вопрос трудоустройства местных специалистов, поскольку иностранные компании будут отдавать предпочтение собственным сотрудникам. Ну а главная причина дефицита зарубежных авиалиний на отечественном рынке, по их мнению, заключается в ценах на топливо, аэропортовых сборах и потоке пассажиров. 54 страны имеют соглашение о воздушном сообщении в Республику Казахстан. 47 из них на данный момент не используют свои коммерческие права для выполнения полетов в Республику Казахстан. Существует мнение о том, что авиакомпания «Астана» является монополистом по международному рынку, ну, например, Юго-Восточная Азия. Но хотелось бы отметить, что выполняя туда рейсы в Юго-Восточную Азию, другие иностранные компании также владеют всеми коммерческими правами для выполнения, но ввиду различных коммерческих причин не выполняют. На протяжении последних лет около 12 авиакомпаний закрыли свои рейсы. Между тем, расходятся мнения и самих казахстанцев. Если одни считают, что с появлением иностранных авиалиний цены на билеты по международным направлениям станут доступнее, то другие в эту перспективу не верят. Думаю, будет. Потому что уже конкуренция же будет. Наша авиакомпания Air Astana, она лидирует, и я хочу, чтобы он оставался лидером. А остальные авиакомпании я не приветствую. Конечно, у них будут билеты дешевле, конечно, мы полетим где дешевле. И у них, мне кажется, будет выше качество предоставления услуг. Пока эксперты и рядовые казахстанцы делают свои прогнозы о возможных изменениях в ценовой политике, в профильном министерстве начали вести переговоры и с другими авиационными гигантами Юго-Восточной Азии, среди которых Singapore Emirates и Air Asia. Ольга Рабдуалиева, Акбар Сабиржанов, Виктор Джигирис. Главные новости от Атамекен Бизнес. Более 2000 предприятий в Казахстане обяжут ежегодно предоставлять статистику об объемах вредных выбросов. Информация будет отражена в электронной базе данных. Об этом сегодня в Мажилисе рассказал министр экологии Макзум Мирзагалиев, представляя соответствующий документ. К слову, несмотря на претензии к положениям документа, народные избранники все же одобрили протокол. Исправит ли новшество экологическую ситуацию в стране и какие штрафы предусмотрены за нарушения? Узнала моя коллега Фариза Булатбек. В прошлом году объем выбросов загрязняющих веществ в Казахстане достиг 2,5 миллионов тонн. И это только по официальным данным. До сегодняшнего дня из 2200 промышленных предприятий информацию о выбросах предоставляли только 926. Теперь, после ратификации соответствующего протокола, промпредприятия будут обязаны предоставлять такую статистику. Мы первая страна из Центрально-Азиатского региона, которая к данной конвенции присоединяется. Документ очень важный, и вот вы сами видите, что на сегодняшний день востребованность экологической повестки, экологических вопросов, она очень
серьезные. То есть у населения есть запрос уже на получение таких данных. К сожалению, сегодня по нашей статистике около 14% всего денег, поступаемых за эмиссии, идут на решение экологических проблем. Нужно отметить, что деньги за эмиссии поступают в областной бюджет, а штрафы за вред экологии в республиканский. Но как таковой пользы от них нет, считает президент Международной академии экологии Мусагали Дуамбеков. У нас получается вообще бич в экологии. Предприятия загрязняют, платят какие-то деньги. Эти деньги оседают в бюджете области, а ким царь, князь. Он имеет право эти деньги по-своему тратить. Он, может быть, памятник поставить, там, дорогу или там где-то еще какие-то мероприятия свои. Но в экологии эти деньги не возвращаются. У нас вот по данным НПП, где-то год назад было, что одна область там 0,67% просто потратил снова в экологии. В среднем тратится где-то 2-3%. Ну, сейчас Минэкологии говорит, что якобы 10%. Я этому не верю. Тем временем в Минэкологии намерены уменьшить количество вредных выбросов и отходов, обязав компании перейти на новые технологии. В противном случае предусмотрены огромные штрафы, утверждает глава ведомства. По новому экологическому кодексу все предприятия первой категории должны перейти на новые технологии. Для этого им будет выделено определенное время. В случае, если компании не оснастят производство передовыми технологиями, размер эмиссии будет расти в геометрической прогрессии. К примеру, в 2025 году он вырастет в 2 раза, затем в 4 и 8 раз. Сейчас Казахстан имеет государственный регистр только по 26 опасным ингредиентам в 32 сферах экономики. В европейских же странах эта цифра в разы больше. Там зарегистрировано 86 загрязнителей в 64 сферах. В Министерстве экологии уверены, что ратификация протокола поможет расширить национальный регистр опасных веществ. Фариза Болотбек, Виктор Джигирис, Атамикен Бизнес. Тем временем депутаты предлагают сохранить действие патентов для малого бизнеса и отложить обязательное введение контрольно-кассовых аппаратов до 2023 года. По словам Дании Еспаевой, помимо стоимости самого оборудования, затраты на введение учета с ККМ, комиссии банков за оплату всех отчислений, а также комиссии посттерминалов, их обслуживания составят до 30% прежней прибыли малого бизнеса. Причем эти деньги пойдут не в доход бюджета, а к частным компаниям, банкам и провайдеру в лице Казахтелекома, говорит депутат. Партия «Ак-Жол» поступает множество обращений от представителей малого бизнеса о продолжающихся требованиях налоговиков приобретать контрольно-кассовые машины, причем у конкретных поставщиков, что само по себе уже вызывает вопросы. Эта мера сегодня выглядит тем более абсурдной, учитывая поручение президента Токаева об освобождении малого микробизнеса от подоходного налога, поскольку никакого другого повода для обязательного перехода на контрольные кассовые аппараты, кроме взимания подоходного налога, у чиновников просто нет. Сегодня в Баку стартовала нефтяная и техническая конференция Каспийского региона. Ежегодное мероприятие в этом году собрало около 500 представителей нефтегазового сектора. Тема этого года – влияние цифровых технологий на развитие отрасли. Конференция продлится 3 дня. В первый день форума наш корреспондент Мервюрт Жакиянова выяснила, где размещают VIP-гостей и чем кормят. Flame Towers или пламенные башни – одно из самых узнаваемых зданий страны огней. В одной из секций архитектурного ансамбля расположен 5-звездочный отель. Там постоянно останавливаются VIP-персоны и проходят знаковые события. Сегодня, к примеру, здесь стартовала ежегодная нефтяная техническая конференция Каспийского региона. Раз в 2 года топ-менеджмент всех нефтяных компаний, представленный в Каспийском регионе, собирается здесь, в Баку. Еще через год съезд нефтяной тусовки пройдет в столице Казахстана. Несмотря на прогнозы экспертов о грядущем закате нефтегазовой отрасли, нефть и ее производные по-прежнему задают тон экономическим и политическим повесткам многих стран мира. Total, British Petroleum, Chevron, Tengizchevroil Oil – это не полный список компаний, которые представлены сегодня на панельных сессиях. Именно поэтому нам интересно об этом мероприятии буквально все. Наш отель 5-звездочный, люксовый отель в Азербайджане. У нас не только много туристов,
Дагестан, но еще много мероприятий на высоком уровне. Номера начинаются где-то с 300-400 манат, но это самый низкий сезон. И идет где-то до 5-6 тысяч манат. К слову, до вчерашнего дня в этом самом отеле гостил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В Баку Ельбасы приезжал для участия в саммите тюркоязычных народов. Ельбасы гостил в номере люкс, но так как на сейчас этой категории номера все заняты, мы покажем вам обычный стандартный номер. В этом отеле 28 этажей. Мы сейчас на 9 уровне, но даже отсюда открывается замечательный вид на Каспий. Для этой делегации мы, конечно же, приготовили по их же запросу вот коктейль, ланч, фуршет для вечера. Очень интересно будет, кстати. Потому что мы, да, имеем в виду, что им интересно, что они хотят, но в то же время, когда у нас что-то международное, мы стараемся добавлять, наши шефы стараются добавлять что-то национальное, чтобы Азербайджан тоже было видно. В этом году на площадке форума топы нефтегаза намерены обсудить влияние цифровых технологий на отрасль. Достаточно много панельных сессий заявлены именно по этой теме. Нам же интересно заявление компаний, занятых на месторождениях Тенгиз и Кашахан, ведь в Казахстане добывается в основном тяжелая нефть. Поэтому мы намерены узнать, какие технологии компании будут внедрять в этих проектах. Мируэр Жикианова, Атамекен Бизнес. За полгода нацкомпании задолжали по обязательствам свыше 7,5 триллионов тенге, сообщает комитет по статистике в ответе на официальный запрос нашего телеканала. Отмечу, в документе представлена финансовая отчетность 9 из 19 нацкомпаний. По итогам второго квартала их прибыль без уплаты налогов достигла 545 миллиардов тенге. Объем по банковским займам превысил 327 миллиардов, а вот кредитный долг зафиксирован на уровне выше 2 триллионов тенге. Интересно, что в первом квартале этот показатель составлял на 86 миллиардов тенге больше. Напомню, в квазигосударственном секторе страны действуют три национальных управляющих холдинга. Один нацхолдинг и 19 нацкомпаний, которые в своем активе имеют порядка 500 дочерних организаций. Воспитывать антикоррупционное поведение с детского сада решили в Караганде. Новый образовательный проект «Адалбубек» внедряется в дошкольных учреждениях. Он разработан педагогами совместно с департаментом по борьбе с коррупцией и стартует уже в этом году в 5 детсадах. Его цель – научить детей основам правового поведения. Весь материал предлагается в игровой форме. Проект рассчитан на 3 года. Предполагается, что проект сформирует у детей такие качества, как честность, правдивость, справедливость. Основными авторами выступили воспитатели детских садов и специалисты отдела образования. Между тем, согласно статистике, сфера образования в Казахстане является одной из самых коррумпированных. Люди всегда должны быть честными и выполнять свои обещания. Коррупция – это плохая вещь, ее дают плохие люди. Взятка – это когда дарят, но плохие люди. Угу. Нельзя, да, так делать? Нельзя это брать. А еще нельзя самому ее давать кому-то. В столице прошла конференция о духовном единении народа Казахстана. На ней выступили представители различных религиозных объединений, обсудили вопросы содействия, содружества, а также выработки общенациональной идеи. Само событие приурочено к празднованию Дня духовного согласия. Там побывали и наши корреспонденты. Выступая на сегодняшней конференции, министр информации и общественного развития Даурен Абаев отметил, что вопрос с самоидентичностью каждого казахстанца сегодня является одним из ключевых. Он призвал присутствующих на площадке не замалчивать о проблемах, а вести диалог открыто. Давайте спросим себя, что мы можем противопоставить идеологии насилия. Думаю, ответ очевиден. Только идеологию взаимного уважения и солидарности. Идеологию единства. Я знаю, хорошо понимаю, что само слово «идеология» стало серьезным разрежителем общественного мнения.
Министра поддержал и заместитель акима столицы Бахтияр Макен. Он отметил, что казахстанское общество должно идти в ногу со временем по всем направлениям. Так, по его словам, столица Казахстана давно является площадкой для диалога религиозных лидеров. Съезд религиозных лидеров в полной мере отразил усилия мирового сообщества по преодолению кризиса цивилизации и конфликтов на основе культурных и религиозных различий и построению толерантного, стабильного мира, достижению устойчивого развития. Еще 27 лет назад на Первом конгрессе духовного согласия Ельбасы Нурсултан Назарбаев объявил эту дату днем моратория на конфликты и столкновения, днем милосердия и помощи ближнему. Динара Канжагалинова, Тимерлан Нуртаза. Главные новости, телеканал Атамекен Бизнес. В столице 6 бизнес-вумен поделились опытом с начинающими предпринимательницами в рамках Умай Бизнес Дэй 2019. Больше 50 участниц проконсультировались в вопросах туризма, производства косметики, организации детских мероприятий и ритейла. Мероприятие проходит в рамках обучающего проекта Умай Буст, который поможет женщинам-лидерам развивать себя, масштабировать бизнес, стратегию и команду. Подобная цепочка передачи позитивно повлияет на развитие женского предпринимательства, считает генеральный продюсер Умай Глобал Саммит. Изначально бизнес хорошо развивается, но потом он начинает сбавлять обороты. Некоторые женщины даже начинают отказываться от своих проектов. Подобные мероприятия помогают предотвращать такие случаи. Предпринимательницы получают задания, и в итоге их проекты снова идут в гору. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь на Атамекен.